Всюду лепестки. Закружились в школьном светом вальсе пары одноклассников, друзей. Мы вчера еще сидели в классе, а сегодня перед нами мир планеты всей. Года.
допустить государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в количестве 83 человек, усвоивших программу среднего полного общего образования. Этот приказ – рубеж, достичь которой вы смогли благодаря самоотверженному труду педагогов гимназии номер 6 города Красноармейска. Строгих и усталых, добрых и веселых, но всегда готовых прийти к вам на помощь, поддержать в трудную минуту. Дорогие мальчишки и девчонки, мы рады видеть вас сейчас, здесь, юных, красивых, с радостными лицами. Старого здания школы на улице Комсомольская, дом 3. 37 классов, и из них 5 первых принимала тогда наша школа. И среди них были тогда и вы. Я желала вам и вашим родителям 10 лет тому назад счастливого пути от первого школьного звонка до выпускного бала. Вы успешно прошли это испытание. 10 лет в нелегкой борьбе со знанием. Дорогие ребята, праздник последнего звонка — это единственный праздник сбывшихся, наверное, мечтаний, или праздник, когда сбываются мечты. Потому что у вас у всех была одна единственная мечта на протяжении 10 лет. Господи, когда же это закончится? Вот сегодня это закончится. Сегодня для вас прозвучит звонок последний в школе. И вы уже не будете учениками, вы вступите полноправно, хотя уже лента у вас у всех на груди, и будете выпускниками, у которых впереди экзамен. Экзамен на аттестат зрелости, вашей зрелости, вашей готовности к жизни. А вы должны показать, как вы впитывали все то, что давали вам учителя. Как вы учились все эти 10 лет и какие вы получите результаты. Впереди у вас экзамены, и я вам желаю успеха, удачи и показать то, какими вы стали, что вы из себя представляете, и будете ли вы достойны нести звание выпускника гимназии номер 6. Учителям, вам радости, радости на итоговой аттестации, чтобы учащиеся показали, что ваш труд не напрасен, что вы действительно вкладывали свое сердце, свои знания не напрасно. Радости вам на экзаменах. А уважаемым родителям, поздравляю вас с этим праздником, но у вас еще все впереди. У вас впереди ваш экзамен на аттестат родительской зрелости. И он еще не близко, потому что вам еще определять судьбу ваших детей, помогать им. И желаю вам огромной мудрости и умения правильно и вовремя поддержать ваших детей. С праздником всех! И чтобы мечты у вас всегда сбывались, как эта мечта о последнем звонке. Не за горами и лесами живут кудесники сейчас. Они приходят в школу с нами, вернее, чуть пораньше нас. Метели, снег, шумит ли осень? В продрогших за ночь деревцах они приходят и приносят нам солнце в трепетных руках. Дорогие наши учителя, мы желаем вам, чтоб ежедневно на работу с улыбкой шли вы не спеша, и чтоб с работы, возвращаясь, все пело тело и душа. Чтоб ваше сердце не болело, чтоб, наполняя паруса, одним простым кусочком мела
вы открывали чудеса. Так пусть всегда вам звезды светят, поют поутру петухи, пускай всегда вас любят дети, мы будем вам читать стихи. Я сегодня посмотрела расписание, в нем написано 25 мая, последний звонок, и ни одного урока. А ведь еще вчера все было совсем по-другому. Какой урок у нас сегодня первый? Ну, в расписании не помню я. Узнать его — один есть способ верный. Спасет нас всех администрация. Главнее всего директор в школе. И завуч тоже голова. Помочь нам всем лишь только может любимая администрация. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Ты сегодня снова опоздал. И без сменки ты пришел, родной. Нам директор, как всегда, сказал: мы без вас, директор, милый наш, без формы бы ходили. Мы без вас, директор, милый наш, за школой бы курили. Но стоит директор, милый наш, на первом, как обычно. Сменку! Говорит директор, милый наш, и это так привычно. Дорогая наша Елена Дмитриевна, любимая королева фауны, наши с вами встречи — эти вот цветы. Спасибо вам за то, что подарили нам уроки красоты, уроки доброты. А сейчас сюда выйдут самые маленькие представители нашего беспокойного школьного народа. Они тоже хотят поздравить нас. Встречайте, первоклассники. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Слогам читать слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко налито дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко налито дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Собрались вы на последний свой звонок. Медленно.
время уроки уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя он прошел бы немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью, дальний стелится. Неповторимые годы позади. Каждому, каждому в лучшее верится. Самое лучшее будет впереди. Заканчивая наше выступление, желаем мы вам горы перейти, взмыть в облака, проплыть все океаны, в добрый час счастливого пути! Среди всех учителей есть самый главный и единственный на всю жизнь, самый первый учитель. И сегодня самая большая благодарность от выпускников вам, наши первые учителя, уважаемые Ирина Евгеньевна, Нина Анатольевна, Людмила Васильевна и Юлия Владимировна. Что важно для взрослых, для маленьких? Нет. Мы думать не думали, сколько вам лет, какой у вас муж. И какая получка? Может быть, есть у вас дочь, а может быть, внучка? Легко и свободно входили вы в класс. Любили работу, что значило нас. Мы благодарны вам за все, за ожидание и терпение, за каждый миг, за знание мы дарить стремление. И были Богом вы для нас, когда мы были первочками. Мы с трепетом встречали вас, идущих в школу вместе с нами. Спасибо вам за непокой, за труд нелегкий и опасный, за нрав ваш вечно молодой и за характер ваш прекрасный. Очень волнительно находиться на этом празднике, это торжественная линейка. Праздник последнего звонка, как и праздник первого, самые знаменательные школьные события. Разница между ними лишь в том, что 10 лет назад наши сегодняшние выпускники стояли на своей первой школьной линейке с неопытными мальчиками и девочками, которые, вступая в новую для них школьную жизнь, были похожи на несмышленых цыплят, боялись отстать от своей первой учительницы. А сегодня я вижу перед собой совсем взрослых, самостоятельных юношей и девушек. Между первым звонком и последним целая жизнь, полное волнение, открытий. За это время вы учились не только открывать для себя увлекательный мир науки, вы учились дружить, понимать друг друга. Очень хочется поздравить выпускников, их родителей, учителей с последним звонком и пожелать всем выдержать экзамен на аттестат зрелости и доказать всем и самим себе готовность к взрослой самостоятельной жизни. Ребята, сегодня вам чуть-чуть тревожно, чуть-чуть. Сегодня радостно чуть-чуть. И вас понять, конечно, можно. Ведь перед вами новый путь. Он ждет, зовет, страшит немножко. Манят великие дела. Но пусть запомнится дорожка, что в школу каждый день вела. Будем ли
учат в школе, учат в школе, учат в школе. Никакая таблица логарифмов не сможет извлечь корень из наших кубических страданий. Клянемся вам теоремой Пифагора, что вечно будем медианы во всех треугольниках вашей жизни. Наша любовь к вам неограниченная прямая, дорогие наши учителя математики. Хочется сказать о предмете, без которого не обходится ни одна школа, ни один вуз. Дорогие наши Римма Федоровна, Людмила Викторовна и Алевтина Владимировна. Помним чудные мгновения, нам мир открыли волшебства, поэтов дивное творение, улыбка ваша и слова. И пусть разлука неизбежна у этой жизненной черты, звучать нам будет голос нежный, рождая дивные мечты. И будет сердце упоение воспоминать все вновь и вновь, как божество, как вдохновение, как нашу первую любовь. Уважаемый Мурет Витионовна, с тех пор, как самый первый раз вы физику вели у нас, очаровал наш всем предмет, причину многих прежних бед.
На сказку было все похоже. Мы думали, все будем знать. Но вот прошло 3 дня, и что же? Законы стали изучать. Мы писали в тетради каждый божий день. А на улице весна, и учиться лень. И хотя недавно в школе вы у нас, верьте, мы запомним физику и вас. Совершенно секретно. Характеристика. На узкоспециализированного агента народного образования. Навыки. Растворение в среде учащихся и нейтрализация школьных конфликтов. Умение. Превращается в лакмусовую бумажку при попытках учащихся напустить туман или выпасть в осадок. Особая примета. Красивая, остроумная, натуральная блондинка. Рождены, пролить за то, что льется, рассыпать то, чего нельзя пролить. Рождённый гусь химически зовется, мы будем вечно химию любить. Да-да-да-да, все выше и выше и выше, летит рыжий бром к небесам. И тот, кто тем бромом подышит, тот следом отправится сам к небесам. Выше, и выше, и выше, и живо на уж мы идем. И если в пути не сорвемся, что возможно, то к следующей цели придем. В ряду активности после химии стоит физкультура. Именно перед этим предметом все делали потрясающее открытие по поводу состояния своего здоровья. Тут же происходил естественный отбор. Все хилые и больные отсеивались. И до начала физкультуры доживали только сильнейшие. А после урока... Физрук, маманя, маманя, физрук! Мы после урока без ног и без рук! Колени дрожат и кости болят, и щеточки перед глазами кружат. У меня звездочки, а у меня шарики, а у меня птички. Чирик! Уважаемая Ольга Александровна, Ирина Николаевна, дорогие наши физруки, спасибо за силу, за крепкий наш дух. Мы вам благодарны, а если что вдруг, вы нас позовите, любимый физрук. Что же касается того, чтобы нас не спрашивали, то сильнее всего это желание выражалось на уроках истории, выучить которую добросовестно мы были не в состоянии. Нет, не потому, что мы ее не любили или не хотели учить. Просто иногда нам хотелось провести ночь ко всем нормальным людям, обняв подушку, а не учебник истории. А утром мы приходили в класс, и замечательная Валентина Викторовна встречала нас своей неизменной улыбкой. Если в классе тишина, мухи не летают, знать история у нас кого-то вызывают. Если ночью ты вскочил, мама не пугается, значит, дочка или сын с Антантой разбираются. Вообще, мы очень даже любим все истории. Если надо, завоюем любую территорию. Уважаемая Валентина Викторовна и Лидия Александровна, большое вам спасибо за то, что вы для нас хорошим другом были. Мы не забудем вас. Следующий предмет – география. Стрелка барометра на этих уроках часто зашкаливала, а усилия неутомимого путешественника по странам мира и континентам приводили к бессилию тех, кому рассказывались эти труднейшие путешествия. География – надежда и любовь. Мы бы ее учили снова, вновь и вновь. В Антарктиду бы, на север мы пошли, там слонов и бегемотов мы бы нашли. За что вы нам ставили 2 и 3? Наш учитель, ты в глаза нам посмотри. Научили, научили мы урок. Невиновны в том, что не пошел он впрок. Ты нас, лучший наш учитель, не ругай, в школу нас не вызывай. И родители... Извините, пожалуйста. Ты нас, лучший наш учитель, не ругай. На педсовет не вызывай. И родителей в школу не зови. Мы подрастем и поумнеем, так и знаем. Уважаемая Ольга Викторовна, вы отдали школе много лет душевных сил, сердечного тепла, оставили в сердцах питомцев след, который не сотрется никогда. А этот предмет ворвался в нашу жизнь, как ураган. С ним мы вставали, с ним засыпали. И так с понедельника до пятницы, в субботу и воскресенье. И теперь мы можем с полной уверенностью сказать... Почетно! И завидна наша роль, сломали мы компьютера пароль.
когда идем, дрожит весь интернет. А без него не может жить весь свет. Ох, трудно, а как жить на банке снять? Если вирус, антивирус, мы скачаем с диска. Если глюк, перезагрузка нам поможет быстро. Уважаемая Клавдия Викторовна, спасибо вам за знания. Мы всегда будем помнить ваши уроки и вас. А этот предмет был у нас самый обожаемый. Здесь мы учили, где ходить, где не ходить, как снизить риск падения и кому куда звонить в случае ограбления. Уважаемая Ольга Владимировна, вирусы, наркотики, оружие, ядерные взрывы, пожары, химические заражения, цунами, уголовная ответственность, ураганы, обвалы. Вот чем вы нас пугали все это время. Но мы выдержали все. И теперь знаем, что во время пожара надо отключить газ, свет и воду. И спрятаться под одеяло. Спасибо вам за ваши уроки, за школу выживания. Мы не забудем вас. Совершенно секретно. Агенты народного образования в области иностранных языков, используя личное обаяние и усиленную программу, создали группу особого назначения, способную в любой обстановке на вопрос «Do you speak English?» четко ответить «По-французски не понимаю». За большие старания, которые приложили вы, чтобы донести до нашего сознания речь иноземную, речь непонятную, мы благодарны вам. Уважаемая Татьяна Николаевна, Лисьяна Бореевна, Людмила Камильна, Светлана Валерьевна, Анаида Апятнатовна и Любовь Васильевна. Пройдут года, столетия тени исчезнут, все замкнется в круг, но слово теплое, учитель, нас в сердце растревожит вдруг. Всегда заставит вспомнить что-то, родное, близкое тебе, в 20 веке и в 20-м учитель вечен на земле. Дорогие наши учителя, спасибо за то, что в работе пытливы, что к нам непоседам всегда терпеливы. За то, что без нас вы прожить не смогли бы. Спасибо, родные. Большое спасибо. Примите от нас эти цветы. За все предметы сразу и за каждый в отдельности. Тех, кто переживал все наши победы и поражения, как свои собственные. Конечно же, это наши классные мамы. Ольга Викторовна, Ольга Владимировна и Ирина Евгеньевна. Просим вас подойти сюда. Самая любимая, самая веселая, классная моя. Самая-самая, поверьте мне, терпимая, самая тактичная, мудрая моя. Самая-самая, классная, любимая, классная-прекласная у нас. Мы не забудем вас и не знаем, как теперь жить будем без вас. Дорогие наши классные мамы, Ольга Викторовна, Ольга Владимировна и Ирина Евгеньевна, мы очень любим вас и всегда будем приходить к вам в гости.
А наши родители? Слово предоставляется Берзе Ирине Евгеньевне. Дорогие наши выпускники, именно так мы сегодня вас называем. Сначала мы гордились, когда вы были первоклассниками учениками, потом стали старшеклассниками. Прошло 10 лет с вашего первого школьного звонка. И вот вы наши выпускники. Я очень рада, что все вы, выпускники 11 классов, готовы держать экзамен о полученных знаниях перед школой, перед нами, вашими учителями, перед родителями, которые сейчас стоят и волнуются вместе с вами. Целых 10 лет вы шли к этому дню. Шаг за шагом. Для того, чтобы сделать первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь. Вот и закончились уроки, перемены, победы, неудачи вашей школьной жизни. Сегодня для вас прозвучит ваш последний школьный звонок. Особенно тяжело мне представить, как 1 сентября будущего года я приду к нам в класс, а там будут другие ребята, с которыми придется начинать все сначала. Заново изучать каждого, чтобы суметь помочь в трудную минуту. И чтобы вот так же, как сегодня с вами, услышать последний школьный звонок. Теперь перед вами самый ответственный момент – выпускные экзамены. Я от всего сердца поздравляю вас и желаю вам ни пуха, ни пера. А теперь цветы для классных руководителей. А наши родители, как бы мы без них окончили эту школу, без их терпения, сколько они пережили за время нашей учебы? Мамы, папы, добрые наши, мы хотим вам спасибо сказать за заботу, за то, что вы с нами все готовы экзамены сдать. Мы из класса в класс переходили, набирали знаний и росли. Все, чему нас в школе научили, все осилить вы нам помогли. Слово предоставляется Зюзиной Ирине Викторовне и Козловой Ольге Викторовне. Мне бы хотелось поблагодарить наших учителей. Мы доверяли вам, детей, частицу сердца доверяли. Спасибо вам от матерей. Мы вам на память оставляем веселый блеск ребячих глаз на мир глядящих в ожидании. Мы им накажем помнить вас и улыбнуться на прощание. Спасибо вам за добрый труд, за повседневный труд тяжелый. К вам завтра новых приведут. Они вам скажут «Здравствуй, школа!». И, конечно, много хороших пожеланий в отношении наших детей. Мы сами когда-то здесь стояли, кто 25 лет назад, кто 20. И также наши родители за нас переживали, как мы сейчас за вас. Скоро ваша парта опустеет, и звонок прощальный прозвенит. И навряд ли кто из вас сумеет безразличным сделаться на вид. Не скрывайте, если загрустится, добрых чувств не прячьте никогда. Жизнь и юность к вам, друзья, стучится, и уходит детство навсегда. Шагать вам дальними путями, ни перед чем не отступать. И все намеченное вами пусть будет сделано на 5. Успехов вам, наши дорогие дети! Они глядят на вас. Теперь вам говорят, десятиклассники. У вас ответственности больше в 10 раз. Для младших вы примером будьте, помощниками для учителей. С надеждой, верой и любовью вперед глядите вы смелей. С
Сегодня так торжественно и грустно, волнение переполнило сердца. Но пусть не будет тягостно и пусто, ведь в каждом что-то есть от мудреца. Выпускники, священный храм науки, вы покидаете сегодня навсегда. Постигли вы наук святые звуки, и наш успех плод вашего труда. Дорогие выпускники, друзья, может быть, мы и не вправе называть вас друзьями, но мы верим в то, что после этих 9 лет, проведенных бок о бок в стенах нашей школы, после того, как каждое утро мы натыкались друг на друга в школе, после того, как вы иногда наглым образом пролазили вперед в очередь в буфет, оставляя позади нас, бедных, голодных десятиклассников, после того, как вы столько раз прикалывались над нами, не замечая наших обид, после совместной подготовки праздников, КВН, спортивных соревнований, мы можем назвать вас друзьями. Хоть и не знаем вас всех по именам, сегодня последний день, когда вы ученики. Прозвенит последний звонок, дадите вы экзамены, выпускной, потом вступительные экзамены, лекции, зачеты, студенческие капустники и понесется. Но мы надеемся, что в этой суматошной студенческой жизни вы хотя бы иногда будете вспоминать свою школу, своих учителей, одноклассников и, может быть, даже нас. Школа всегда будет рада видеть вас, и мы тоже. Поэтому заглядывайте, хотя бы иногда. А сейчас хочу пожелать вам всем успешно сдать экзамены, и выпускные, и вступительные. Так что ни пуха, ни пера! Десять лет прошли, как 10 дней. Школа, школа, расстаемся с ней. Взрослый начинается урок, школьный оставляется порог. И в закрытом от ветров дворе почему-то грустно детворе. Смотрят все на звонкий колокольчик в одинокой 7-летней маленькой руке. Там букетик, там простой цветочек. Школьный двор цветет, как древний рай. И традиционный синий звоночек говорит: «Любимый класс, прощай!» Бронзовая песня отзвучала, и взволнованы глаза у мам и пап.
что для этой девочки начало, то для нас законченный этап. Будет вальс прощальный до рассвета, долгая прогулка по мосту. Как же мне назвать, прикажете, все это? Это школа дар прощальный мне, всем нам. Еще один звонок, и стихнут коридоры. И время разнесет вас в разные места. Еще один звонок, и мы уйдем из школы. Но мы еще не раз придем сюда. Прозвенит звонок прощальный, сердце растревожит в нас. И поймем мы, наше детство навсегда ушло от нас. Но кто бы ты ни был, знай. Мы, выпускники, были молоды, полны сил, энергии, упорства. Будь и ты таким. Мы любили свою страну, гордились ей и хотели изменить жизнь в лучшую сторону. Продолжай и ты наше дело. Мы жадно стремились к знаниям, мечтали сделать открытие и стать полезными людям. Стремись и ты к этой цели. Мы жили в мире людей и ценили дружбу и любовь, взаимопонимание и доверие, искренность и честность, доброту и сострадание. Не будь и ты равнодушен к людям. Мы ценили искусство, кино, литература, музыка были неотъемлемой частью нашей жизни, делая ее ярче и интересней. Не забывай и ты об этом. Мы хотели спасти природу, окружить любовью животных, избавить людей от страданий, искоренить войны и терроризм. Неси и ты в сердце добро и мир. Мы верили в светлое будущее. Сделай его таким.